Изображение французской певицы Эдит Пиаф и американского джазового трубача Майлза Дэвиса увековечили на памятных почтовых марках. Выпустили их почтовые службы США и Франции. Презентация состоялась 12 июня. В США марка в честь легендарного трубача вышла впервые. Это большая честь для него, для нашей семьи, и это в каком-то роде закрепляет его место в американской истории. Не то чтобы это действительно было необходимо, но это здорово. Джазмен Майлз Дэвис был американским бенд-лидером и композитором, но прославился именно как трубач. В Париже он был награжден почетной медалью города. Париж был одним из самых любимых городов дяди Майлза. Во Франции его посвятили в рыцари. Эдит Пиаф, родившаяся во Франции в 1915 году, получила широкую известность в США после успеха песни «Жизнь в розовом цвете». В ее репертуаре также было произведение авторского дуэта Джерри Лейбера и Майка Столлера. Столлер говорит, что для него слышать пение Пиаф вживую было захватывающим событием. Мы отправились в концертный зал «Олимпия» в Париже, и помимо французских песен из ее великолепного репертуара, она исполнила песню моего покойного партнера Джерри, которую я назвал «Лем а-ля мото», что в переводе означает «человек на мотоцикле». Это была переведенная песня «Black Denim Trousers and Motorcycle Boots». Можете представить, какое волнение мы пережили. Я пошел за кулисы, чтобы встретиться с ней после, и был невероятно очарован. На обратной стороне памятные марки будут иметь код контроля качества. Этот код можно просканировать смартфоном и попасть на веб-страничку с различными фотографиями и песнями Эдит Пиаф и Майлза Дэвиса.